Сегодня сам по себе ровный день. Тихо, спокойно. Вечером облачно стало. Но так красиво на море. Может, играет? Прикольный день. Даже с моря не хочется уходить, тем более ближайшие минут 10 уже потемнеет. Ну не 10 минут, 20 точно. И что не место, то связано с историей Израиля. Есть рассказано о каком-то корабле, который пришвартовался с добровольцами, готовыми сражаться в войне против арабских стран в 1948 году. Война за независимость, это называется. А здесь Лондонский парк. И в Лондонском парке есть информация о том, что много-много людей в течение 20-40-х годов погибала, желая прибыть в Израиль, у них не получалось, что их топили, то здесь убивали арабы, либо британцы, то есть все время не шло все. Ну да, сегодняшний заказ совсем отличается от вчерашнего, если вы видели видео. Ребята покупаются. Все на пляже было солнечно вообще днем. Было жарко, наверное, градусов 28. Ну, 28-25. И было здесь куча людей. И купались, и катались на кайтах, и на досках, хотя сегодня ветра практически нет. Сейчас показывает 27 градусов. Хотя такое ощущение, что холоднее на самом деле. Пойду-ка я в Мадонну за кофе.